Доброе утро, дорогие друзья. Наше утро, как обычно, начинается с завтрака на Пхукете в нашем замечательном отеле The Slate. У меня на завтрак первое — это бекон, колбаса, вкусные палочки, особенно всем советую, кто сюда приедет, и огурчик с помидорками. Вот такой уж не завтрак. Сейчас покажу вам мой завтрак. Яйцо, бекон, помидоры, маслины, огурчики, красная рыбка. Проросшие зерна, красная рыбка и тунец. И если вы не заметили, у меня тут человечек. Да, точно, человечек. Еще у нас фрукты. У меня арбузик, маракуйя. И смотрите, какая вкусняшка. Мы с Соней сегодня решили немножко пошалить, да, Сонь? Взяли сладости. Да. Такие хрустящие, очень вкусные, горячие. Сонь, смотри, какая ракушка. Да. Уже у нее часть стоит не разглядывая. Сейчас мы ее потрогаем. Ой, какая она интересная. А там краб внутри. Там краб внутри. Кажется, что никого нет, а тут краб. А тут еще один краб делал. Друзья, не показывала вам еще нашу тайскую курносую собаку. Покажи зрителям, зайка. Посмотрите, какая курносенькая. Она все время сидит в этом кафе. Местная жительница. Тайская рыженькая собачка. Покажись, Котя. Пошла. Она как лиса. Лисичка, да. Да, она нас охраняет уже. Смотрите, в стойку встала. Соня впервые пробует суп том-ям. Посмотрим реакцию. Ну как? Что, серьезно? Очень остро. Остро? Очень. Ну что делать, Соня, ешь, что дают. Очень остро. Не советую брать, особенно детям. Хочешь мой рис? У меня рис не такой острый. Могу поменяться. Ты попробуй. Если тебе мой рис нравится больше, возьми мой рис. Правда, я его уже снабдила соусами. Попробуй. Ну-ка попробуй. Скажи мне, как тебе. Ты уверена, что это съедобно? Рис очень вкусный с креветками. Ну как? Вкусненький? Вкусненький. Ну ешь тогда рис, а я поем твой том-ямчик. Уверена, он очень острый. Для меня нормально. Смотрите, какой красивый том-ямчик. С грибочками, с креветочками. Просто песня. Привет, друзья! Вы на канале Rita Lifestyle. И я очень-очень рада вас видеть. Прошу прощения за посторонние звуки. Здесь везде льется вода. Я вам показывала два предыдущих бассейна в отеле The Slate. И вот покажу теперь вам уже третий бассейн, который мы вам еще не показывали с Соней. Смотрите, какой душ интересный. Сейчас, наверное, около 4 часов вечера по-нашему. Мы уже с Соней побывали на море. Мы уже пообедали, мы уже час отдохнули. Пока мы здесь, в нашем расписании каждодневный дневной отдых. Около часа. Что, Сонь? Кажется,
Возможно. У меня кто-то шевельнулся. Да вообще, я надеюсь, что не должно быть. Я не думаю, что здесь, на территории отеля, за которым так тщательно следят, есть змеи. Надеюсь, что нет. Мы только варана видели. Да, может, это варан хотел меня укусить, или змея, или... А, кстати, сзади меня находится душ Шарко. Видите? Я думаю, надо пойти попробовать постоять под ним. Пойдешь, Соня, в душ Шарко? Ой! Обратно. Ой, тут глубоко, глубоко, ребята. Держусь, Соня, держусь. В Таиланде мы прекрасно проводим время. Нравится, нравится. И мне очень, и Соне нравится Таиланд. И приходит понимание, что даже и не обязательно останавливаться в каком-то шикарном, роскошном отеле. Можно вообще в любом отеле останавливаться. Можно брать питание, не все включено, а питаться в кафешках. Лишь бы здесь почаще бывать и подольше находиться. Мы уже с Соней говорили на эту тему, что очень понравилось. Тут очень хороший массаж. Тут очень прям хорошо. Тут предлагают разные экскурсии. Мы были на двух. Мы это все засняли, и вы могли посмотреть, увидеть и оценить это. Я считаю, наше видео достойны лайков. Ну, а так я хотела бы вам рассказать про первую экскурсию, где... Давай голову свою поближе ко мне, чтобы мы с тобой были рядышком. Расставь. Первая экскурсия, это был парк. Фантазия. Парк Фантазия. Парк Фантазия. И мне очень там понравилось. Сначала ничего удивительного не было. Просто слоники ходят. И кафе рядом было. Ну, там... сами здания очень красивые. Да, потрясающие. Очень. Какие-то азиатские. Они настолько роскошные, монументальные. Можно непередаваемые. Купить, можно купить разные вещи. Но самое интересное — это шоу. Оно великолепное. Сначала начали ходить слоны, и дальше началось само шоу. Там были взрывы огромные. И а там... про что шоу было? Ты сперва расскажи, про что оно. И там было про то, что волшебник. Ну, то есть волшебник рассказывает свою историю, как он стал волшебником. Как он стал волшебником. Причем эту историю он рассказывает на английском. И самое удивительное, что нам было практически все понятно, что он говорит. Тебе. Мне. Но я перевела Соне. В общем, нам очень понравилось. Даже маленьким детям, которые ничего не понимают, очень сильно понравилось. Сидели все смирно, глаз со сцены не сводили. Такие все были под впечатлениями, детки маленькие. Папаши их великовозрастные, бабушки, все были потрясены шоу. И еще там были тигры, курицы, слоны, козы. Там очень много... Буйволы всяких... были, лошади. Точно. Были, голуби были. О, да. Того 7 животных. Кто еще был? Еще никого. Никого ли мы не упустили? Ну, в общем, а тигренок? Тигренок тоже я был? Я тигра говорила. А, хорошо. Ну, в общем, очень было прикольно. Мы там просто смотрели, там актеры, гимнастки. Они накрасились такой специальной краской, которая в темноте ее очень хорошо видно. Воздушные гимнасты были, да? Вот я и говорю про них, мам. И, в общем, у кого все было белое, ну, как у нас зубы белые же, все белые? Все светились. Да какие-то не очень белые. Просто свет так падает. И, в общем-то, сама суть в том, что там очень интересно, даже если ты ничего не понимаешь.
Там война была, огромная война, битва, там украли королеву. Фея, наверное. Фея. Фея не украли, это там, ну, девушка такая, которая помогала. Дракон, злодей, злодей ее украл. Да, очень все интересно. Самое главное, там были пушки. Они очень сильно взрывались. Прям мы с мамой сидели, смотрели такой. Мы с мамой сидим. Вот, представьте, что мы... Ой, Соня, иди сюда. Мы сидим с мамой, думаем, все вроде бы нормально. А потом вдруг рядом с нами слоны побежали. Прямо рядом с нами. Я хотела другую. Ну, в общем, представьте, что мы сидим еще, мы смотрим и тут бабах! И все взорвалось. Я очень боялась, что из-за этого пострадает театр. Но я тоже боялась. Потому что взрывы были, будь здоров. Да. Но я вначале не очень испугалась, а мама сильно. Но когда началась война, тогда я просто такая... Сколько взрывов, уши чуть не оторвались. Очень громко было, но очень интересно, поэтому я не могла закрыть глаза и уйти. Там очень было весело. А в конце на нас упали шарики. Куча шаров, все ловили такие. У нас с мамой удалось уловить шарики, а вот некоторым нет. Мы поймали два шарика, Соня. Мы очень ловкие, да, Соня? Да, да, особенно я. В общем-то, нам очень понравилось. И мы советуем там купить сумки. Всем сумки. Потому что там очень удобные сумочки. Какие сумочки? Ты не помнишь, которые мы носим? Розовая такая сумка мне мама купила. Я очень ее хотела. Теперь мама носит мою сумку. Ну да. Да, решает мне туда класть мои вещи. Ой, так хорошо, чуть меня в сон потянуло. Вчера дети пошли в школу. Поздравляю, каникулы закончились. И скоро будут зимние каникулы. Ну как скоро? Мы тоже. Мы уже скоро приезжаем, возвращаемся домой. И тоже пойдем в школу. Но ничего страшного, пару дней мы легко наверстаем. Да. Надо будет потрудиться. Вот. И Бог даст, может быть, куда-нибудь еще съездим. Когда-нибудь. На этом наше сегодняшнее видео закончено. Вводное видео закончено. Мы с вами прощаемся. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока! Ой!